Владимира Машкова зрители знают не только как талантливого и популярного артиста, но и как худрука легендарного театра Олега Табакова, режиссера и сценариста. Что касается личной жизни, то за плечами Владимира Львовича несколько браков, но лишь первая жена подарила актеру дочь Марию, которая тоже стала известной на артистическом поприще. Ни для кого не секрет, что Машков человек весьма обеспеченный. У него есть недвижимость как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. А совсем недавно появилась квартира в Москве, на той самой увековеченной в кинофильме «Плющихе». Где же проживает сейчас артист и каковы его творческие планы? Поскольку актер часто летает в Соединенные Штаты и не любит останавливаться в отелях, он купил там собственный дом. Особняк Машкова находится в Лос-Анджелесе, в одном из наиболее престижных районов, который называется Санта-Моника. Оформление дома отличается минималистическим дизайном. Он уютный, светлый и подходит не только для отдыха, но и для работы. Оксана Шелест, четвертая и уже бывшая супруга Владимира Львовича, помогла артисту оформить интерьер особняка, посоветовав экологически чистые материалы в теплых тонах. В доме большие окна с видом на океанские просторы, светлые комнаты и полное отсутствие лишних предметов, как и любит Машков. Кстати, дизайн собственного кабинета актер продумывал сам. Мебель там сделана из дуба, цвет стен называется «темный орех», а посредине помещения стоит массивный письменный стол, за которым артист работает. В соседней от кабинета комнате расположена библиотека, а во дворе дома есть бассейн с теннисным кортом, домиком для гостей и баней. Стоит вилла с такими удобствами не одну сотню тысяч долларов. Машков даже заплатил большие отступные, разводясь с Оксаной Шелест, чтобы особняк был его личной собственностью. У Владимира Львовича есть своя роскошная яхта, на которой он отдыхает в открытом океане. В связи с тем, что на яхте есть все необходимое для комфортного проживания, Машков иногда по много недель не причаливает к берегу, а наслаждается свежим океанским воздухом. Поскольку Владимир Львович довольно часто гастролирует, он покупает недвижимость в разных городах. Не так давно, к примеру, у артиста появилась квартира в городе Калининград. Надо отметить, что дизайн интерьера во всех квартирах актера выполнен в спокойной цветовой гамме. В комнатах минимум вещей, только самое необходимое. В общем, все продумано до мелочей, как с эстетической, так и с практической точки зрения. Если говорить о гонорарах Машкова, то они довольно высоки. Он максимально востребован, играет главные роли. Так, за воплощение образа Рогожина в сериале «Идиот» актер получил 50 тысяч долларов, сообщают СМИ. Зарубежные режиссеры тоже охотно сотрудничают с Машковым. Как-то раз сам Клинт Иствуд пригласил артиста на съемки и заключил с ним договор на 200 тысяч. На данный момент один съемочный день Машкова оценивается в пределах 7-10 тысяч долларов, сообщают СМИ. На этом все. Подписывайтесь на наш канал. Нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем пока!